Итак, всем привет, с вами Топгай, и мы продолжаем играть за нашего Визинни, за мафию в Италии. И в прошлой серии мы уже были готовы нападать на Итальянскую Федерацию, и мы, собственно говоря, объявили войну. Я думаю, мы быстренько их пропушим достаточно, потому что у нас есть армия, а у них ее, ну, как будто бы просто нету, да? Как бы 350 тысяч против, ну, не знаю, 50-80 тысяч, это даже смешно сравнивать. Хотя промышленность у них была на старте чуть побольше, ну, это все-таки ишка, стоит это понимать. Так что запушим их, потом будем думать, наверное, что с этими ребятами делать. Заберем, скорее всего, флот Итальянской Федерации и будем планировать действия вот здесь вот. В любом случае, посмотрим, поехали. По фокусам тут мы можем выйти вот в этого фокуса, а тут много чего интересного. Ну так, политика, стабильность, но у нас поддержка войны, вот у нас все это есть примерно. Поэтому давайте дальше просто идти по армии, не думать ничего особенного. Начинается атака, у нас везде зелененькие кружочки. В принципе, неудивительно. Можно сразу его так вот нажать, чтобы они дальше продолжали сами. Блин, и Джузеппе был ранен в первый же день войны. Ну, этот парень был из тех, кто просто любит жить. Ну, вообще, блин, он даже не авантюрист. Что-то как-то он подставился, видимо. Ну да, здесь, конечно, полный разнос итальянцев происходит, северных. Ну, понятно, наша мафия как бы непобедима. Нам еще и добровольцев предлагают. Кстати говоря, я думаю, из-за того, что у нас все еще хорошие отношения со всеми из интернационала, наверное, все-таки в войне мы будем поддерживать их, по крайней мере, психологически. А, и еще Нидерланды смогли пробиться сквозь... Что? Сквозь Германию? Подождите, Батавская коммуна? Тотализм? В Нидерландах восстал? Звучит очень интересно, но дивизии у них нету, так что я думаю, это временное недоразумение. Буду бы Франция им помогла, было бы, конечно, прикольно. И мы стараемся отрезать с них любые снажения. Там, кстати, говорится, Марина одну пробку занимает, ее не взяли. Стараемся, не знаю, возможно, обрезать и ликвидировать, а может и на снаряжение оставить их. Посмотрим. Социалистическая победа в России? Причем именно социалистическая, реально, социал-демократия. Ни тоталисты, ни синдикалисты, ни какие, ни коммунисты, все просто вот эти... И здесь тоталисты. Ну ладно, социал-демократы это, конечно, далековато от социалистов здесь. А точнее, тоталистов. Так что я подозреваю, что между ними гражданская война все-таки будет. Но они были почти, они были так близки к тому, чтобы просто взять и объединиться на самом деле, да? Потому что когда они одинаковые идеологии, ну вот этой какой-нибудь красной, то они объединяются. Ну, в этот раз им не повезло, но с другой стороны, да, как бы Германия будет, наверное, больно, потому что здесь... И эти, интернационал выглядит очень мощным по странам. Как бы и Россия как будто тоже выглядит мощноватой. Ну, еще и мы, самое главное, выглядим самыми мощными, конечно же. Так что да, Германия, берегись. А вот Италию мы взяли, 4000 винтовок. Мы захватили и захватили все их корабли. Прекрасно. И у нас тут есть кнопочки на увеличение подчинения. Если мы доведем до 50, то сможем национализировать. Это интересно, но только вот этот регион или потом позже все, непонятно. Ну, начнем с этого, конечно же, постепенно. И нам, чтобы напасть, надо, чтобы мы сделали фокус укрепления побережья, но это фокус, который, я насколько помню, вот здесь, да, то есть мы до него никогда не дойдем. Тогда каким образом мафия должна атаковать этих вот ребят? Хороший вопрос, кстати. И вот оно, мы наконец победили силы севера, теперь железный кулак мафии простирается от всей Италии. Судьба остается неясной. Судьба папы римского, дать папе свободу править или послать папу Рим и прогласить новую Италию. А, я думаю, надо прогласить новую Италию. Да? Я же правильно понимаю. Да, это мы что-то выделим, а мы не хотим ничего выделять. Теперь мы итальянское государство, и откроется ли у нас что-то новое? А, походу нет. Блин. А хотя бы решения какие-то, либо что? Нет? Ладно, давайте еще подождем. Просто, ну, я бы хотел, очевидно, у Австрии бы вернуть территории. Да. У вот этих ребят. Но у меня решений на это нету пока что. Но так как ивенты какие-то выскакивают, наверное, у нас что-то еще будет. Можем, кстати говоря, тебе сейчас побольше дивизий здесь заказать. У нас теперь есть на это люди. Ставки у нас были до этого, теперь еще появились и люди. Поэтому давайте наперед сразу закажем. Ладно, на всякий случай я сам начинаю делать КБ на Австрию. Там, кстати говоря, Бургас спал, и, судя по всему, все-таки левые силы в Испании победят. Звучит приятно. А мы пока в три чеки следуем, и я иду вот сюда.
где военные исследования, события, я надеюсь, что это нам ячейку даст, потому что без одной ячейки, ну, в три, вообще жуть как сложно играть. Ну, очень неприятно, я бы сказал. А, я понял, почему только в Лацу, потому что только Лацу у нас и не, как бы, корка. Все, я понял. Окей, может там что-то просто для Лацу произойдет, потому что у нас все еще есть вот эта, как бы, кнопка, да. Везде дженерик, значит, что для любого итальянца она как будто доступна, либо что. Это сейчас не мафиозная какая-то тема. Ну ладно, нам пойдет. Нам главное хоть как бы как-то двигаться. Надеюсь, по крайней мере, что мы выйдем каким-то еще и в этом событиям. Потому что если их нету, то, конечно, ну, грустно. Это значит, что ветка закончится просто буквально на объединении Италии. То есть, ну, через 2 года после игры. Ну, грустно. Антанта нас осуждает? Какой ужас. А, предложение от мафии? Ну, я думаю, надо делать предложение от мафии, просто... Тут говорится про Сардинию, так Сардиния не наша. Как бы, да, Сардиния-то и не наша, чтобы ее предлагать. Как-то очень странно все это выглядит. Ну, сейчас узнаем, к чему это все приведет. О, тут еще и Австрия начала воевать с Чехией. Как неудачно для них это получилось. Через 2 месяца мы тоже нападем... А что, сделают чешские войска вот здесь? Что? Это 5-я колонна, проплаченная мафией? А, вопрос, если говоря... Ага, я понял, кажется. Просто когда мы готовили КБ сюда, все, видимо, марионетки подводили тоже сюда войска, и вот здесь вот и оказались их войска. Это, кстати говоря, скорее всего, в минус Чехии сыграет. Жесть, какая там в Чехии промышленность по сравнению с австрийской. Слушайте. Она буквально, ну, по военной больше австрийской. И армия там должна быть... Ну ладно, армия там меньше, но тем не менее. Это они сейчас потеряли большого союзника. Нам главное успеть еще напасть до того, как они довоюют, тогда будет вообще шикарно. Ну и мы уже начали делать нашу, как обычно, тяжелую авиацию. Итак, Казбелли готов. Я тут еще ПТО выдал своим ребятам, чтобы бронебойность была бы хотя бы какая-то. Нормально. Теперь у нас вот эти ребята еще тренировались. Мы что делаем? Всю эту авиацию сюда. Пускай вся авиация бомбит форты, потому что фортификации здесь на самом деле немало, да? Тут вот 3-й левел, тут 1-й. Швейцария вся эта фортификация одна. Так что мы сейчас будем выбомбливать сначала им форты, а затем уже будем переходить в непосредственно само наступление. Крепителей у нас пока маловато, ну, только есть, как говорится. Можем еще наши новенькие тяжелые истребители тоже, ну, я бы хотел сначала дотренить, конечно. И начинаем войну, я не вижу смысла не начинать ее прямо сейчас. Более того, я не вижу смысла не наступать в каких-нибудь вот этих местах. А ну, у них там просто не хватает сил, собственно говоря, на оборону. Да, там просто ширины фронта нету на границах, потому что войска в Чехии. Эх, мафия удачно выгадала момент. Но это восстание в Чехии было, очевидно, проспонсировано итальянскими ребятами. Здесь все, я думаю, очевидно в этом плане. Давайте поможем им прям хорошенько так вот здесь. Да, потому что там все-таки фортификации реально большие. Вот в других местах не так сильно важно. Да, здесь вообще, видите, у нас 0 атаки, вы считаете. 8-й форт. Давайте это мы тогда остановим. Наступление. Пускай бомбятся форты. А здесь же, в другой случай, здесь... Поиска просто нету. Поэтому мы спокойно идем вперед и выходим к военным исследованиям. Наконец-таки, как же я их долго ждал. Можно понажимать вот эти кнопочки. Да, это я понажимаю. Еще и Сербия напала на Иллирию. Ну все, Австрия будет уничтожена. Мирного решения не будет. Ой, и Австрия сдалась Чехии. Видимо, потому что... Даже нет, Австрия... Да, да, Австрия сдалась Чехии. Австрия поняла, что она проигрывает. Видимо, из-за того, что у нее капитуляция пошла. Капитуляция пошла, потому что мы ее душим. Да. Ну, не повезло, не повезло Австрии. Нам, конечно же, повезло. Ну, как бы очевидно, что в криминальном деле удача должна быть на вашей стороне, чтобы не попасться. Ну и потихоньку-потихоньку урон наносится. Наносится их фортификациям. Думаю, сейчас мы еще немножко здесь посидим, а потом вполне себе сможем перейти в наступление. В принципе, в теории уже можем, но, скорее всего, они бы были эти наступательные действия с потерями. Я, конечно, не хотел бы лишние потери нести, у меня не так много манпауэра. И вот они, военные исследования. Нет, это не ячейка исследований. Господи, но за что? Италия реально должна сидеть с 3 ячейками все это время? Ну это что-то жесть, прям не знаю. Это супер несправедливо.
Ладно, давайте возьмем там, я видел, скидка 10% на пехотку, потом возьмем скидку 10% на автомобиле, и там дальше будем думать. У нас, в принципе, почти все фокусы нужные сделаны. Вообще, начинает кончаться потихоньку горючее. Но в целом в разумных пределах. Еще у нас немножко есть его, но, скорее всего, надо все-таки закупиться. У Республики Иран, Социалистическая Республика. Господи, левые побеждают здесь очень много где. Даже прикольно. Опять-таки, побеждают много где. А, нет, слушайте, Социалистическая Аргентина. Да, здесь тоже победили. Ладно. Блядь, ну вот в Америке не победили, к сожалению. Тут как бы да. Где-то повезет, где-то не повезет. И мы смогли пробиться к тем провинциям, где ноль фортов. Ура, товарищи. Да, и тут мы очень жестко их поломали. Это отлично. Да, все-таки авиацию вложиться хорошая идея. Ну, как? У нас большая часть авиации сейчас, которая в воздухе, это та авиация, которая у нас была захвачена. Как бы у нас какая-то стартовая, да, поэтому здесь вот такая вот разная чушь. Но все-таки этой чуши уже неплохо так хватает, чтобы форты эти бомбить. Ну и плюс, кстати, самолетики это уже наши новые самолетики. Ну, мы преодолели здесь большую часть гор. Можем потихоньку пытаться вот здесь сейчас тоже наступать. Хотя, конечно, не сильно комфортные здесь территории для этого. Одни холмы да горы. Это, конечно, немножко расстраивает, но что поделать. О, вот наконец-таки мы можем нажать кнопку «Получить национальную территорию в Лацио», и мы ее нажимаем. Отлично. Здесь у нас даже как будто окружение получилось нас, но на самом деле нет. На самом деле это мы их окружили, ха-ха. И вот да, мы здесь вот окружили полностью австрийские войска. Блять, не полностью. Они нашли слабую точку в нашем тузе. Но ничего. Весь их тут это слабая точка, в отличие от нашего. Поэтому мы все равно пробились. А вот мы... Нет, это не мы. Это мы взяли Вену. Нет, мы вот-вот сейчас возьмем Вену. Тут, кстати говоря, всякие с войска, оказывается, прятались все это время. Сидели, ждали непонятно чего. Но ничего, мы почти. Вот-вот-вот сейчас вот возьмем. И я думаю, на этом моменте Австрия сдастся, а с ней должна... А, еще Венгрия тоже великая держава считается. Блин, ну побежали... Господи, сколько здесь точек победы. Один из разработчиков Венгры, как говорится. Походу. Будем сейчас прорываться там. Да, вот и Австрия капнула. Даже, кстати говоря, в Венгрии не пришлось. Все-таки, наверное, из-за того, что она марионетка. И, ух, как же это красиво. Мы сейчас хаваем себе всю Австро-Венгрию и забираем весь флот Австрийской империи. Ля, какая красивая. И самое смешное, знаете что? А мы-то можем все это аннексить просто. По той простой, очень простой. О, можно, смотрите, как тебе территории подобавлять. Да. Убивать этот, увеличивать контроль за политику подчинения и за, собственно говоря, винтовки, я так полагаю, командный ресурс, сбивать сопротивление. Давайте, да, будем потихоньку поднимать. Ну, а наши дивизии куда мы отправим пока что? Даже не знаю. На Богемию, наверное, я. Но пока, наверное, просто домой поотдыхать. И у нас теперь наш флот стал еще в 2 раза больше. С каждой войны он увеличивается x2 в размере. Неплохо, неплохо. Итак, Венеция, конечно же, нам. Кстати говоря, странно, что нету кнопки реинтегрировать, потому что Венеция, как бы, да, у нас есть клайм на нее технически. Австрия, нам. Швейцария, слушайте. Ну, давайте Швейцарию, может, отдадим Швейцарии. А почему у нас вот эти территории отдались? Что за скам? Нам можно было их интегрировать. Это был скам. Ладно, я тогда заново их аннексирую и заново их интегрирую. Потеряю на этом 5 варсаппорта, да и плевать. А вот и сибирская армия идет на запад. Да, вторая гражданская война, сибирская война. И начинают они с дебафом, потому что не пропушили еще. Если они допушат достаточно, то будет у них уже баф. Вообще, блин, мне казалось, что я сразу стартую с бафом. Это, помните, я играл на Трансамуре? Не знаю. Возможно, возможно, это потому что Россия сдала мне территории, а им не сдала. Может быть так, я не помню. Ну и на аннексе все. Бля, это еще не конец. Единственное, за что я боюсь, это, конечно же, политка. Политки у нас не хватает. О, Долмаса можно ассимилировать. Отлично. Да, политки немножко не хватает. Ну и ладно, черт с ней. Что у нас по гарнизонам вообще? Давайте вот сюда зайдем. Ну, как будто даже почти всего хватает, так что ладно, нормально будет. И мы создаем себе гарнизонную кавалерию.
И вот мы уже... А, у нас еще и пехота была в гарнизонах. Ну, конечно, у нас требовалось дофига. Вот мы уже себе освободили кучу ресурсов с гарнизонов. А как у нас будет исследована военная полиция, будет, кстати говоря, не скоро, то сэкономим еще больше. Отлично. Ну и надо здесь вот эти 100 политки, потому что политку мы будем так возвращать... О, господи, это было еще не все. Мы будем так возвращать политку просто всю игру, я подозреваю. Зато в один момент мы будем с этого иметь очень много фабрик. И вот мы уже готовим выставку против Антанты. Другой вопрос, что как бы нам против них получить, это займет некоторое время, да. Вообще, объективно говоря, я думаю, что нам было бы честно нажать вот эту кнопку, да? Все-таки, почему я не стал мафией, это хороший вопрос. Так что я потом просто разрешу нажимать любые решения и нажму это решение, когда мы будем готовы нападать. Ой, кстати говоря, триады уже пришли к власти, вот здесь вот. Вот он, синдикат Триад. Интересненько, интересненько. Пошли, ребят, работать. Они уже воюют с Японией, кстати говоря. Там скоро будут решать, кто будет у власти. Триад там, да, промки не так много, всего мало, но должны стать получше. Здесь, кстати говоря, промки-то они, видите, попередавали остальным, и у них только реально Шанхай остался. Вот Вэньтянь уже просто полностью победил, можно сказать. Да. Тут шандуньская клика под ним, Шанси под ним, Юнань под ним. Какие-то мелкие ребята еще не под ним, но это уже пыль. Ой, у нас теперь есть топливо из нефти вот этой вот. Класс. Если мы еще захватим Богемию, мы еще больше получим жизнь Богемии и нефти, кстати говоря. Звучит очень привлекательно, жаль, политики нету. Ну что ж, я думаю, на этом можно подзавершить серию. Мы вернули себе полностью Северную Италию. Мы сразу же уже у Австрии все вернули. И даже больше, так сказать, накапали проценты. Мафия любит проценты до более делом, верно? И теперь пора у французов возвращать наш остров, обязательно наш, и у Сардинии тоже возвращать нашу Сардинию. А то что это они там сидят, не отдают территории? Скорее всего, нам из-за этого придется воевать с Канадой. Ну, посмотрим уже, как там что будет. Но так мы очень-очень плотная Италия, я вам скажу. У нас промка очень классная, больше, чем у французов каких-то. Которые, казалось бы, да, жесткие в интернационале. У нас очень мощно производится все. У нас армия уже третья подготавливается, хорошая. Думаю, мы закатаем достаточно быстро вот этих ребят. А, ну, Португалия, наверное, тоже. С Канадой не знаю, посмотрим. Может, будем что-то делать, может, не будем. В общем-то, а с вами был ДПГ. Обязательно подписывайтесь, если вдруг не подписаны. Лайк, комментарий, ребят. Видео скоро, все как обычно. И до скорых встреч. Пока.